Дорогие друзья, приветствую вас. Вы увидите очень необычный фильм. Фильм, который состоит только из песен. В исполнении уникального коллектива Московского мужского еврейского хора «Хасидская капелла» под управлением Александра Цалюка. Сейчас мы не будем этот хор хвалить, поскольку в этом нет никакой необходимости, но, наверное, многие из вас знают, что еще с конца 80-х годов 20-го столетия этот коллектив занимается именно тем, чего на самом деле больше никто не делает. Не то чтобы он несет знамя, потому что это вовсе не знамя, это живая нить человеческих и музыкальных традиций, которая именно в руках музыкантов, занимающихся уникальным делом, становится по-настоящему живым, звучащим воплощением еврейской традиции. И богослужебная музыка, и музыка вполне светская, домашняя, житейская, но напрямую связанная именно с необычайно древней, разнообразной, удивительной по своему смыслу еврейской традицией, вот она вам и предстанет во всей своей простоте и сложности одновременно. Мы начинаем с песни, которая, возможно, для кого-то объяснит и название этого фильма «Золотые ворота». Такие ворота есть, хотя на самом деле они сейчас закрыты, замурованы. Но как только что-то в этом мире кардинально изменится, евреи ведь верят в приход Спасителя, Машиаха, вот с его приходом, или, может быть, не дожидаясь прихода Машиаха, кто-то совершит для себя какое-то личное открытие, которое в его сознании, в его сердце и в душе откроет эти самые золотые ворота. Вот тогда, возможно, и еврейская традиция, и еврейская жизнь повернутся к вам совсем новой, любопытной, неизведанной стороной. Мы начинаем с песни как раз про Иерусалим, про тот город, где эти золотые ворота когда-нибудь непременно откроются. «Иерушалаем шель загав», «Золотой Иерусалим», песня Наоми Шемер. Она достаточно новая, но она говорит о вечном. Ведь Иерусалим – это не просто географическое название, не просто вечный город, не просто город всех мировых религий. Это то единственное место на земле, где может и должен стоять храм. Ведь обратите внимание, на разных языках слово «храм» имеет разный смысл. Для евреев это единственное сооружение, место для постройки которого было точно указано его создателем, самим Всевышним. И именно там, в Иерусалиме, храм первый, затем храм второй стояли, и мы верим, что именно там будет построен третий храм. «Иерушалаим шель загав» — это песня, которая, кроме всего прочего, даже людям, никогда не бывавшим в Святой Земле, в Земле Обетованной, рассказывает о том, чем она отличается от других средиземноморских стран, как там кедр пахнет, какой там аромат этого горного воздуха, ведь Иерусалим достаточно высоко над уровнем моря. И даже если этого нет в словах, все равно фактически ставшая народной, эта песня уже передает всем то, что не пишется ни в нотных, ни в музыкальных строчках. «Иерушалаим шель загав», «Золотой Иерусалим», «Хасидская капелла».